Добрый день, друзья! Вот уже начинает расцветать и многолетки кое-что подсадила. Целая панорама покажу. Даже, наверное, вот начнем издалека. Камера все не захватывает. А теперь пошли поближе. Вот цветет с одной стороны. Вот. Тут целая полянка цветущая. Тут разрастаются многолетки. Вот розовый куст. Сейчас он практически на втором плане. Его почти не видно, как оттеняющий. Вот тут уже просыпаются луки. Тоже целый букетик. Отцветет примула, останется просто кустик разноцветный. Уже поднимается лилия, разрастаются маргаритки, луки, ромашки, которые уже под самую осень начнут цвести. И вторая волна цветения для незабудок. Полоса с этой стороны идет вот такая, децентра. Уже проснулась, но вокруг маргаритки. А здесь тоже вот такой букетик. Если видите, ничего страшного, что когда целый прям букет цветущих растений. Маки зацветут, а вот это такие, опять я забыла, как они называются, ромашки красные такие, скоро тоже наберут цвет. И маки, здесь белые маки, будут оттенять эти ромашки. А примулы уйдут уже совсем на второй план и начнут разрастаться розетки. Вот здесь поднимается ромашка однолетняя, я ее подсадила, которая была самосевом, и она даст хороший букет, как раз разрастется к самой поздней осени, и вот это место будет все круглый год цвести. Пойдем сюда. Здесь тоже, видите, уже хорошо развился после прошлогоднего деления куст аквилегии. Он закрывает, уже начинают отцветать примулы, которые были здесь на первом плане. Здесь тоже более крупные желтые ромашки, назовем их так. Они срежутся, кустик будет развиваться и выйдет на первый план голубой ангел, который закроет здесь всю шапку и очень красиво будет цвести. Также поздней осенью покажет всю свою красоту уже развившийся куст ромашки аптечной. Что мы видим здесь? Уже новые посадки. Флоксы однолетние Друманда. Целый букетик. Видите, вот тут уже календула цвет набрала. Примулы уйдут на второй план. И еще разновидность децентры будет цвести практически все лето. Пойдемте дальше. Тут маргаритки, палочки, выручалочки, которые будут цвести все лето и развивать свои розеточки. Уже мы видим, это все на северной стороне. Набрал камчатский рябчик цвет, ландыши набрали цвет. И можно посмотреть на это самосев Анютины глазки, которые тоже будут все лето до самых заморозков радовать. Примулы отойдут, но останутся зеленые гуртинки. Что мы видим здесь?